Высвечиваются фары, бампера, резиновые колеса. Есть амортизаторы. Автомобиль оснащен аккумулятором 12-вольтовым, двумя моторами. Также в машине открывается капот. Капотом у нас стоит аккумулятор, динамики, мозги. Есть также возможность поставить запасной аккумулятор, чтобы машина у вас ездила не 2 часа, а 4. Открываются двери. Также в машине есть разъемы флешка microSD AUX, слот для зарядки. С этой стороны у нас коробка передач идет, задняя, паркинг, первая, вторая, третья скорость. Щиток приборов, руль. Кожаное сиденье с пятилучевым ремнем. Также есть возможность переносить как чемодан машину. С передней части выдвигается ручка, сзади маленькие колесики, как в чемодане. Можно передвигать как чемодан.